Глава Калмыкии Бату Хасиков провел рабочую встречу с генеральным директором корпорации «Туризм РФ» Сергеем Сухановым. Руководители обсудили поручение заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Речь шла о создании туристско-гостиничного комплекса на 12 номеров в Элисте. В результате диалога обозначены сроки реализации основных мероприятий дорожной карты проектов, создание концепции гостиничного комплекса, механизм взаимодействия с корпорацией, а также условия получения господдержки. Мы продолжаем работать. Команда «Туризм РФ» периодически приезжает, изучает участки земли, чтобы понять, где, как будет что размещаться, какие объекты находятся рядом, чтобы это была комплексная история. И более того, плюс к тому, что мы недавно подписались Гинзе Проджект соглашение, это дает нам еще один плюс к тому, что в разработке концепции этого отеля будут участвовать, естественно, профессионалы, такие как Гинзе Проджект, которые уже показали на опыте, как успешно они реализовывают свои отели уже. Не только Гинзе Проджект, как известно, не только в ресторанном бизнесе работают, но и успешная практика в регионах России и даже за рубежом.